13 декабря в Центре управления регионом состоялся прямой эфир с главой Каспийска Борисом Гонцовым. В ходе встречи глава муниципалитета ответил на все интересующие вопросы зрителей, касаемо работы администрации города. В основном жители Каспийска уделили большое внимание жилищным вопросам. Так, одним из первых стал вопрос газификации дома, который до сих пор не принят на баланс города. Большое число обращений было также связано с нехваткой общественного транспорта. Горожан интересовало, по какой причине было принято решение приостановить маршрут номер 3 и номер 7. Глава города Каспийска отметил, что движение было приостановлено в связи с нерентабельностью. При этом с 20 декабря движение общественного транспорта по данным маршрутам будет восстановлено. Кроме того, глава ответила на вопрос касаемо установки остановок по улице Омарова. В связи с тем, что автомобильная дорога проспекта Омарова находится в ведении Республики Дагестан, и администрация города Каспийск не является распорядителем данной автомобильной дороги и прилегающей к ней территории, отметил Борис Гонцов. А также было озвучено, что с 9 декабря текущего года планируется возобновить движение автобусов по маршруту номер 100 Махачкала-Каспийск. По данному маршруту курсируют 10 автобусов с 6:30 до 22:00 с интервалом 15 минут. Стоит подчеркнуть, что всего прямую линию посетило более 2000 зрителей на всех интернет-площадках одновременно.